Самое главное, вдвоем держать нельзя. Я знаю. Все? Рома, Рома, сюда. Стой! Стой! Я говорю, прыгаешь сюда. Ближе, ближе, ближе! Ну-ка, подними! Я тебя сейчас поймаю! Я хвост! Ты стоишь, я тебя пойму!
счет 6-2 в пользу Адмиралтейской. И обратно таймал выключить. Обратно, нет, да? Снова таймал. Выключил, да? Ага. 30-й номер Паша Лагунов. Получил персональный замечание. Раньше времени побежал. Не успел кольца коснуться. Но все равно, но своего рода заступил. Он пересечь линию может тогда-то, когда он побежал. Так, кинул и побежал снять. Разыграли. Данил Пятерок, счет 11-12 в пользу Адмиралтейской. Да нет, 8 разделить на 2, 4 минуты. Ну да, 3-40. Сейчас все. Сразу уходим, где на пилот. Да, ну, да, не разрешаем. Играет. Бросил и побежал. Бросил. Побежал, что-то. Ну,
13-4 счет. Молодцы.
марафон до конца. 7, 6, 5, 5. Что такое? Ну как так? 25 после первой четверти. Как говорит секретарь, за столиком 22 номер сделал счет 22-5 в пользу Адмиралтейки. У меня часто такие совпадения были. Надо вас чаще приглашать. Сам же надо Гриша Зайцев полом забивает 2 очка. Один стрелец! Один стрелец! Один стрелец! Обязательно! Арапинян получает персональное замечание. Класс! Счет 26-7 в пользу Адмиралтейской. Надо будет на второй четверти попробовать на 3G поснимать, потому что где-то пропадает соединение. Может 3G поставить, будет 3G ловить, но 3G все равно должна быть нормально, да? Саша Лагунов получает персональное замечание. Что вы просите? 17 номер, Каменко, забивает. 2. Мама. Нет, еще раз. Умничка. Давай.
Это, конечно, собой должен делать. А вот это должен делать Костя. Вот я к чему. Замена пятерок, 28-11. Нападение Юрин получает от Мелатуйского владеть мячом. За две до 18 до конца. Второй чемпионат. Куда? Куда? Thank you.
14, 14. Миновал, красавец, да? Такой отрезок провел. Юля получает по команде, замечательная команда. Третий персональный замечательный. Четвертая командная. Шесть до конца, второй четверть. 32-14. Как этот глоток называется, Михаил? Ну, полукрюк. Ну, нет, это полный крюк. Это... Нет, не хук. Как он называется? Хук, все, по-английскому хук. Хук? Стой! 13 секунд до конца. 34 секунды. Саша, 13 секунд, 12, 1, 10. Скорость, скорость. 34, 14 после второй четверти. Адмирал Кисков. Thank you.
номер сделаю еще всегда. Почему армянский баланс? Да, не знаю. Вот в два раза счет один. Одна цифра в два раза больше другой. Не знаю. Как это армянское радио? Нормально.
Оперативский, сразу же полюбит. Смена пятерок, 42. Давай. Давай. Еще раз. Уси обратно. Пятое командное замечание у Астры. 29-й номер получает пол. Гирега пробивает остатку. За минуту 31 до конца третьей четверти. Счет 44-19. Замену у них. Появилась командная игра. Да, наблюдаем химию. Куда? Хорошо.
Тянь сюда. Ушел уже. Нет, ну, раз попросил, обязана. Гош! Нет, она не сказала. Сорок семь, 21 после третьей четверти. 6.43 до конца игры. Пронос, пронос. Перехватывай. Вот это. Старого мы назвали пронос. Давай. Семерка. Глеб, какой номер? Седьмой. Семь, да? Слева. Или девятого? А девятого нет здесь? Сейчас. Да, Yeah.
Берите, накатите. И пачка. Сейчас идти. Вышли. Сейчас 7:26 за 2.5 минуты до конца.
25 у вас нет сегодня? Замена. Секунд было на игре. Украли. Золотые секунды вместо 5 стало 2.7. Я не знаю, что ты едешь!
мне. Я людям ничего не показал. Самое интересное. Хитрый план Геннадия Александровича останется секретом. В пользу адмиралтейской.